Как правильно реагировать на агрессию, злость и оскорбление, чтобы предотвратить серьезный конфликт? Есть три правила от психотерапевтов. Первое. Сохраняйте спокойствие. Постарайтесь хладнокровно, молча выслушать человека. Не отвечайте агрессии на агрессию. Второе. Не трогайте агрессора руками, особенно если это малознакомый человек. В момент выплеска негативных эмоций люди не владеют собой и могут в ответ толкнуть, ударить. Лучше отойдите в сторону. При необходимости предложите через какое-то время поговорить спокойно. Третье. Не принимайте все слова, сказанные в гневе, на свой счет. Зачастую это не является реальными мыслями агрессора. Чаще всего человек успокаивается и сразу начинает сожалеть о содеянном и извиняться.